YouTube-канала. Это видео будет продолжение нескольких видео о так называемой мегалитической стене Пнýx в Афинах. Расположена она недалеко от... по-моему, Парфенон. Я могу ошибаться, то ли Акрополь, то ли Парфенон. Парфенон на Акрополь. Короче говоря, я более подробно все покажу текстом в этом видео. Так как я по памяти пишу, я говорю все по памяти, вы не думайте уже там по какому-то тексту читаю. Все, что я говорю в своих видео, я говорю только по своей памяти. И, конечно, бывает, иногда забываю, бывают ошибки, бывает, у меня нет какой-то там бумажки, по которой я читаю видео. Я все говорю только по памяти. В этом видео я покажу только самые интересные, отобранные мной фотографии этого места и более собранные современные фотографии этого места. Я еще раз покажу его координаты, хотя я уже показывал. Я покажу, что над этой полигональной стеной есть каменоломня, откуда они брали эти камни, прямо откуда. Зачем это была полигональная стена была сделана, для меня непонятно. Возможно, там планировали сделать какой-то очередной храм, но не сделали. Еще раз от себя добавлю, что древние греки все подобные каменные стены называли циклопическими. Согласно их словам, мифам и легендам, они не знали, кто построил эти стены, и они думали, что эти стены были построены так называемыми одноглазыми гигантами, циклопами. И очень даже может быть, что эти стены были построены во времена так называемых полулегендарных мифических пелазгов, которые посетили и Афины, которые посетили Арголиду, которые посетили и были в Аркадии, так называемый первый пелазг, он родился в Аркадии, но я первый скажу, что, возможно, его предки прибыли с земли Ханаан, так называемых ханаанцев. И так называемые легендарные пелазги, они частично потомки ханаанцев, возможно. Они же так называемые люди моря, и они же так называемые гиганты, великаны, так как думают, что некоторые циклопические стены были построены пелазгами. Все остальное об этой стене Пнýx в Афинах вы видите дальше видео. Я покажу еще раз ее координаты, я покажу самые интересные фотографии оттуда, этой полигональной стены, и покажу фотографии каменоломни, которая расположена сверху над этой стеной. И все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. Спасибо всем, кто помогает моему YouTube-каналу.
Thank you.
Thank you.